Добрый день, мои уважаемые друзья. Подул ветерочек на улице, а мне так хочется прогуляться. Нарциссы расцвели. Какая же это прелесть, цветущие нарциссы. Вот такая большая клумба. Рядом с моим домом, около пятиэтажного дома, всегда такая большая и очень ухоженная клумба с цветами. Трава вот какая уже большая, на солнышке выросла. Зеленая такая, яркая, сочная. Пройдусь по улице Энгельса, сверну на Гоголя и прямо к морю. Вот уже и Ростовская улица. Перекресток с Энгельса. Здесь движение всегда такое. Даже какая зелень. Ветерочек сегодня дует. Справа от меня пятиэтажный дом. С левой стороны тоже такие дома интересные. Они такие красивые, все разные. Вся архитектура разная у домов. Сегодня я гуляю одна. Так, перехожу улицу Шевченко. Иногда так хочется именно одной прогуляться по городу. Я получаю от этого такое удовольствие. Я подхожу к улице Гоголя. Наверное, я вот сейчас здесь перейду дорогу. И напротив меня белое здание. Это ветеринарная клиника. Управление ветеринарией. И вот этот домик мне тоже очень нравится. Вот это и есть улица Гоголя. Я поворачиваю направо. И пойду прямо, и прямо, и прямо. Прямо к морю. А если точнее, к Таганрогскому заливу. На солнечной стороне травка, ну такая уже высокая, ее уже прям так и хочется ее покосить. Зеленые кустики. О, сколько будет тюльпанов, прям рядочками, рядочками. Много. Как зацветут. По улице Гоголя одностороннее движение. Оно идет от Таганрогского залива и к въезду в город. Перехожу дорогу. Это улица Ленина. Пятиэтажный дом. В этом доме есть мясной магазин и агрокомплекс-магазин. И сбоку есть магазин овощной. Овощи, фрукты и продукты. В магазины я, конечно, заходить не буду. У меня нет такой цели. У меня есть цель сегодня попасть к морю. Гиацинты цветут. Слева от меня пятиэтажные дома. А вот уже улица Коммунаров. Я ее сейчас буду переходить. Мне очень нравится улица Гоголя.
Здесь такой простор. Деревья все аккуратные, подстрижены. Нравится мне это. Как я быстро дошла. Это уже улица Карла Маркса. Ейский хлеб. Бульвар на улице Карла Маркса. И вот так вот, если прямо идти, совсем рядышком парк Поддубного. Магнит у дома. Криница. Торговый центр. Пятерочку. О! Пятерочку. Вот Пятерочку-то я вижу в первый раз. Очень даже хорошо, что здесь строят Пятерочку. Если обычно я иду к морю, то иду по Ростовской. А сегодня мне захотелось именно по Гоголя. Плющ. Сквозь такой плющевый забор ничего не видно. Вот он прекрасно перезимовал. Такие очень плотные листочки у него. Вот сколько раз иду по Ейску, всегда вот вижу такие чистые подоконники. Каждый божий день люди, наверное, вытирают. Так, а это какая улица? Даже не вижу, не знаю. Время сейчас без 15:06 вечера, солнце еще высоко. А вот и березка. Она уже выпустила свои сережки. Вот она, березка. Уже скоро-скоро листочки начнут распускаться. Вот еще красивая клумба будет. Она уже красивая. Какая прелесть. Нарцисс. Это улица Розы Люксембург. Перехожу дорогу. Гнездышко. Вот оно. Сейчас покажу поближе его. Вот оно. Гнездышко свили птички. А еще я вижу гнездышко. Вот оно. Сколько иду по городу, вот у меня такое ощущение, что кто-то специально вымыл асфальт, ну чистейший. Ни соринки нету, аж глаза режет. Огромный трехэтажный дом строится. Сейчас я подхожу к перекрестку с улицей Первомайской. Это такой цветок интересный. Я не знаю, что это такое. Он скоро уже расцветет. А вот уже начинает. Поближе посмотреть, что это за цветок. Такой интересный. Очень люблю незнакомцев. Я дошла уже до улицы Октябрьской. Эта улица всегда такая тихая, спокойная.
А я иду дальше. День сегодня солнечный. И, наверное, как вы уже и догадались, с какой целью я иду на море. Конечно же, я хочу на закат. Сама соскучилась очень по закату. И хочу вам показать. Как быстро прохожу квартал. И снова следующая улица. Это улица Калинина. Такое приятное чириканье птичек. Ой, что я вижу. Сейчас я покажу. Я уже показывала в Телеграм вот такой вот интересный мангал-паровоз. Вот он какой классный. И колеса-то у него есть. И звезда. Прям все по-настоящему. Вот так вот со всех сторон разглядеть. Ножки от машинки, от швейной. Ну молодцы, так придумали, здорово. Классный мангал, шашлычок бы еще к нему. Левую руку я вижу очень интересное здание. Я перешла на другую сторону. Но это здание, похоже, нежилое. Ну да, видно, что оно нежилое. Интересно, что в этом здании было. У него вот такой выступ. О! Так, там табличка какая-то висит. Если кто яичане знаете, подскажите, пожалуйста. Да, табличка-то табличка, но мне ее... Нет, там закрыто. Далеко я сейчас попробую ее приблизить, чтобы прочитать, что ж там было. Мне интересно, такое здание. Здесь учился Сергей Демьянович Роман, герой Советского Союза. А, значит, это была школа. Какое-то это учебное заведение, или школа, или вуз. Иду по теневой стороне, но сейчас перейду снова на солнечную сторону. Там интереснее. Перехожу дорогу. И я сейчас перехожу улицу Морская. Тут уже саранки. Скоро-скоро распустятся. Вот они. Еще чуть-чуть и раскроются. Ой, какая сидит. Кисуля, какая красивая ты. Ой, какая славная, прям беленькая. А носик-то? Носик-то где-то что-то понюхала и запачкалась. Красота. Кому надо, номер телефона записывайте. А вот уже виднеется улица Шмидта. Ой, что я вижу, интересная ручная работа. Дизайнер Ольга, участник сообщества художников-мастеров «Ейские истоки». Вот такие вот тут поделки ручной работы.
Можно на звоночек нажать, и хозяйка выйдет. Вот уже и Шмидт-то. Перейду через пути. И на набережную. Я вот вижу в окне что-то интересное. Но раз я перешла, а вернусь к этому окну уже на обратном пути. Люди возвращаются с моря, нагулялись. Гостевые дома с бассейном. Так вот, покажу поближе гостевой дом. И до моря уже рукой подать. Здесь детская игровая зона. Она многоярусная. Ой, уже сразу такой морской запах. Чувствуется, прям морем пахнет. Сегодня море в такой дымке. Солнце тоже так же, как будто в дымке. Спущусь я по лестнице к водичке. Все. И я на море. Здесь такой дикий пляж. Но купаются здесь много людей. Я тоже здесь купалась. В этом месте. Камни. Такой здесь берег. Здесь и крупные камни, и мелкие камни, и песочек, и ракушка.
и закат. Я когда спускаюсь к воде, к морю, смотрю на солнце, у меня аж вот мурашки по всему телу. От головы до самых пят. Как же это все завораживает. И как же это все приятно. А вот так выглядит берег и лестница, по которой я спускалась сюда. Вот сейчас поближе покажу ее. А температура воды уже плюс 8 градусов. Это говорит о том, что скоро мы будем купаться. А вот там вдалеке я вижу, что там уже кто-то разделся по пояс и обтирается. Небо светлое, голубое. Вот и солнышко. Чуть-чуть еще. Солнышко спать, и я домой. До встречи, дорогие друзья, в следующем ролике. Так не хочется уходить. Пора, пора, пора. Этот домик я не забыла, он на улице Шмидта. Продажа кукол. Номер телефона. И пошив и ремонт одежды. Ага. И вот такие куклы. А еще изготовление, сборка, установка мебели. Вот сколько услуг, и все в одном окне. Какие бабки-ёшки. Костяные ножки. Вот они. А теперь уже точно. Всем до свидания. Спокойной ночи.